Это война неба против ада. Это война ангельских войск, воинств. Это война рати Архангела Михаила против дьявола. И вот это вертикальное измерение, это и есть идеология, это сфера идей. Это сфера духа, в котором эта война и развертывается. Это ее главное содержание. Как вот было сказано о сатанинском характере западной цивилизации. И это не метафора. И поэтому сегодня сталкиваются две идеи, два воинства, потому что ангелы — это умы, это духи и умы. Ангелы и бесы. И поле битвы как раз с одной стороны. Мы — Святая Русь, о чем говорит святейший патриарх. И против нас противостоит силы абсолютного мирового исторического зла. Поэтому все чаще мы говорим об Армагеддоне, о конце времен и апокалипсисе. Это все свершается на наших глазах. 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 На наших глазах. На наших глазах.